Глен Хэнлон в ближайшее время перевезет свою семью в Швейцарию. Об этом сообщает местная пресса. Напомним, накануне канадец официально возглавил швейцарскую сборную по хоккею. Белорусскую команду наставник покинул по семейным обстоятельствам. На вчерашней пресс-конференции Хэнлон отметил, что с новой командой хочет достичь высоких результатов. Меня переполняет много радости, гордости и ответственности. У меня большие ожидания от сотрудничества со сборной Швейцарии. Это лучшее, что я мог выбрать. Постараюсь сделать все, чтобы Швейцария гордилась своей командой. В рейтинге ИХФ Швейцария располагается на 7-м месте. На чемпионате мира в Минске швейцарцы не смогли пробиться в плей-офф.